Гамзат Курачев, игрок команды «Динамо» Махачкала 2008. После матча с «Волгарем». Гамзат, поздравляю вас с победой, вашу команду. Поделитесь комментарием, эмоциями от этого победного матча. Был хороший матч. Мы показали хороший футбол. Соперник больше контролировал. И мы выиграли на контратаках. Что получилось сегодня у вашей команды, учитывая то, что это у вас вторая победа и всего в турнире, вторая победа подряд после, скажем так, такой же виктории над Академией «Рамзан» в прошлом туре? Быстрые выходы с обороны. Мы меньше владели мячом, и после отбора мяча быстрые контратаки. Скажи, как поменялась ваша игра после первого круга? Лучше стали обороняться, больше концентрации, меньше ошибок. Все. Магомед Курбанов, главный тренер команды «Динамо» Махачкала 2008. Рад приветствовать вас в Астрахани. Поделитесь этими эмоциями от победного матча, комментариями по игре, что сегодня получилось у вашей команды. Спасибо, во-первых, за гостеприимство. Вот, хорошая игра. Спасибо сопернику за игру. По игре скажу, первый тайм, наверное, чуть потеряли концентрацию, организацию игры. Поэтому отдали инициативу сопернику. Тяжело что-то ребята входили в игру. Наверное, получилось взбодрить в раздевалке, немножко сказать правильные слова. И во втором тайме команда проявила такой уже характер, второе дыхание. И, мне кажется, максимально дожали, как могли, выжали свои моменты. Вы этот второй круг начали действительно более чем успешно. Скажите, что не получилось у вас в матчах первого круга? Как поменялась игра команды? Ну, наверное, вот как раз организация игры и концентрация. Многое в игре давалось в первом круге, но не было либо завершения, либо вот в концовке теряли концентрацию защитники, пропускали ненужные голы и сами не забивали. Не было реализации. В основном над этим работали после первого круга. Поменялась ли тактика команды в перерыве? Что вы сказали игрокам? Тактика не поменялась, просто успокоили ребят, чтобы не паниковали, играли, как мы играем в футбол, ничего страшного нет. Вот и все, особо по игре ничего не меняли, ни тактику, ничего, просто чуть немножко взбодрили ребят. Матвей Аксенов, защитник Академии футбола «Волгарь» 2008. Матвей, комментарии по матчу, что сегодня не получилось с твоей команды? Ну, не получилось реализовать свои моменты, моментов было достаточно, просто не хватило реализации, все. После победа над «Ротором», как вы готовились к этой игре, учитывая то, что «Динамо» шло на предпоследнем месте перед матчем? Ну, готовились как ко всем играм. Полная концентрация была. Ну, не знаю, не получилось забить, и все, проиграли. Как оценишь первый матч в Махачкале, когда был триллер со счетом 3-3, и сегодняшнюю игру? Ну, на первом матче меня не было. Вот, пропустили 3 гола подряд и не смогли вырвать победу. В этом матче также не реализовали моменты. И все, проиграли. Александр Антипенко, главный тренер команды «Волгарь» 2008. Александр Валерьевич, поделитесь эмоциями от этого матча. Краткий комментарий по игре. Ну, если брать два тайма. Первый тайм – полное доминирование во всех компонентах. Но самое главное – это то, что выигрывает та команда, которая забивает прежде всего. И во втором тайме сделали коррективы, говорили о том, что нужно быстрее, более качественно в завершающей стадии. Но, к сожалению, пропустили контратаку, потом пошел на риск уже, соответственно, в конце уже пропустили второй гол. Сегодня отсутствовал Артем Чувала, один из лучших бомбардиров команды, и вместо него на его позиции был Николай Ведутенко. С чем связана эта ротация? Ну, тот, кто как тренируется, тот и завоевывает место в обойме. Как готовились к матчу с «Динамо», учитывая то, что они в прошлом туре выиграли у Академии «Рамзан», команда, идущая на третьем месте в турнирной таблице, это была их первая победа. Не было ли ощущения, то, что пройдет все более гладко? Ну, мы сразу готовились и основательно готовимся к любому сопернику. И я уже им сказал, это не та команда, которая была в первом круге, где там очень все просто должно было быть. Но в итоге мы сами себе создали проблемы. Ну, здесь то же самое, в принципе, получилось, к сожалению.